Ограничения на оказание профилактической и плановой медицинской помощи продлены до 14 августа. По данным регионального оперштаба, это связано с ростом заболеваемости COVID-19 и внебольничными пневмониями. А также недостаточным числом вакцинированных. В поликлиниках приостановлена диспансеризация и приемы узких специалистов. В стационарах плановые операции переносят на более поздний срок. Исключения составляют состояния, которые не могут быть отсрочены. Это кардиология, онкология, травматология, гематология и другие.